Всем привет, с вами Аракис, это 11-й выпуск серии «Война гильдии». Итак, поехали. Сегодня мы воюем с такими, как Фугу. Так, начнем. Первый. Бабин Хок. Хок. Итак, две тройки всего лишь. Так. Я думаю, начнем мы с Бабин Хока, или как его там, либо с первого. Кнок. Да, я думаю, начнем с нее, если это она. Тайцы, они такие. Так. Первый вар, я думаю, через Вальку. Пора бы уже шарик раскачать мне. Да. Итак, а во втором будем действовать, я думаю, через защиту, опять же. Взять огонь или... Опять Мобизен тормозит, простите. Так, взять Барретту, либо Веромос. Я думаю, Веромос лучше будет. Хотя Ахман будет агриться. Ахману, в принципе, все равно. Да, я думаю, так. Поехали. Так. Белка, я вижу, быстрая. Так, только не Вальки. Ох. Мой день. Ифрит походил. Все походили. Ай-яй-яй. Все в белку. Не лучший вариант. Сейчас будем убивать птичку. Слабый Теомарс. Сорион, точнее. Вечно их путаю. Ну, уже сильнее. Сыграем лучше через защиту, так как я не знаю, насколько у него там Виол прокнет. Хотя на арене меня уже один удивил, да, Марс. Был в Рейдже... Не в Рейдже, а... Ревейдже. Абсолютно. Так. Я думаю, первого будем... Средний урон. Думаю, хватит. Чуть-чуть не хватило. Ну как чуть-чуть? Достаточно еще. Так, кого же будем бить? Наверное, все-таки Ахмана. Ну же, стан, тварь. Нет, только не умирай. Ну же. Ай, что ж ты. Да, не подумал я. Нужно было, кстати, взять огненную пачку. Сейчас можем потерять из-за этого нашего Веромоса. Нет, повезло. Так. Первый бой выиграли. Фугу. Думаю, этих можно. Здесь Арина, конечно. Ахман явно не закатит. Сколько раз я уже напарывался. Итак, вариант через Вальку. Да, в принципе, неплохой, но иди знай, какой тут, конечно, Дарион. Надеюсь, не очень лютый. Итак, а во второй пати... Сборная такая пати у нас получилась. Не хочется во второй пати потерять кого-то. Я думаю, оставим мы
напоследок. Так, а здесь... Во второй патио, я думаю, мы будем действовать через Вальку. Да. Вариантов у меня немного. Ой, соберем на первую тогда. Кого же мы возьмем? Я думаю, это будет... Ифрит. Возьмем Мишку, наверное, для того, чтобы танковал. И... Не, копирую еще рано. Так, кого же еще взять? Кого же еще? Белка. Снять, скорее всего, щит. Подхилить. Если мне повезет. Так как почему-то вот эти синенькие термарсы часто моего Тессариона убивают. Термосы. Так, а во второй пати... Стремная, если честно, пати у меня получается. Но вариантов у меня немного. Поехали. Как обычно, почему я не удивился? Ну уже, бей. Не повезло. Так, кого же мы будем сливать? Наверное, голубого. Так, дать ход. Да. Неплохо, вел. Так. Ай-яй-яй. Сейчас, скорее всего, будет иммунка от Хлои. Ну, есть. Одну угрозу убили. Осталось убить Вальку. Но я думаю, это уже будет не проблема. Так как она юзала третий скилл. Добьем так. Оставим клиншот на Хлою, чтобы быстрее было. Так, еще пускай немного сольет нас. Упс. Ну, ай-яй-яй. Вел, когда не надо, срабатывает. Итак. Да, хватило ей. Так. Вот здесь главное. Белка, не походи. Не надо. Не делай этого. Оно тебе не надо. Ну же, вот здесь будет очень хорошим вариантом убить либо Часун, либо Белку. Лучше, конечно же, даже Белку. Только не три атаки разные. Да уж. Но все равно будем добивать Белку. Опять затормозило. Мало хп, так скажу. Сейчас вот единственный вариант, наверное, будет добить. Есть. Итак. Ждем прокаста нашего от Хлои и ведьмы. Я думаю, еще кто-то поляжет. Надеюсь, Веромос, конечно, сейчас стан не даст нам. Нет? Чудненько. Ну, я думаю, это, в принципе, и все. Если три атаки не пойдут Веромоса. Ну же. Ну, почти. Так,
победа. Прохладный. Название, конечно, дали. Не знаю, больше из всего мне нравится огненный, так как он, конечно, топ. Так же, как и леса. Огненная для некро. Так как у него все атаки, мультиатаки. Первая атака 3, по-моему, наносит, вторая 4, третья еще 2 атаки наносит, то есть довольно-таки неплохо будет в Виоле плюс ответе. Итак, как я обещал, будем бить этого в конце. Итак, кого же здесь будем пробовать? В принципе, неплохой вариант. Здесь Вермоз будет бить белку, Дарион непонятно кого. Вот это и будет проблема. Но здесь единственный вариант, да, через медведя. Вторая же пати. В принципе, я думаю, можно также и оставить. Я думаю, Тайрон не настолько толстый, чтобы выдержать даже один удар. Хотя, кто как одевает. Мой Тайрон слабый, допустим, у него 17 тысяч хп. У Барретта 26. То есть некоторые делают очень толстых Тайронов, у которых 27, даже 30 тысяч хп. Кто-то делает их даже в урон. Видел таких Тайронов. Так, 38 уровень. Ай, нужно было Дариона ударить. Не сработал раскол. Хорошая лидерка на самом деле, что на арене постоянно через него играю. Все-таки 100% шанс. Так, да, можно, в принципе, закинуть раскол. Почему бы и нет? Оп, а здесь уже немного опасно становится. Белкой нужен срочно хил. Сработал вел. Это, думаю, тут как только залетит обливиан. Да. Щит уже не будет висеть. Не смог я убрать лаги ко второму видео. Ну, более-менее играбельно. Сейчас будет подхил, наверное. Не залетают доты. Все. Так, в первом раунде победа. Вот во втором посмотрим. Ого, очень быстрые все. Белка, только не целься Катарину. Пронесло. Потому что обычно так не везет. У белки будто прицел на Катю мою. Вражеской, конечно же. Моя, мне кажется, в дефе так не ходит. Так. Три разные атаки. О, Тайрон около 20... Зато белка очень слабая оказалась. Тайрон выдержал. Контратака. Так, ударим, чтобы добить 100%. Так. Победы. Вот и все, что хотел показать, в принципе, в данном видео. Посмотрим, что нам сундук принес. Как обычно, ничего. Давно я, кстати, даже 6-звездочных толковых рун не видел. Вообще, больше месяца, наверное, ничего не покупал, кроме как свитков. Вот. В общем, так закончился наш сегодняшний вар. Всем спасибо за просмотр. Победы вам сегодня, да и завтра. Всем спасибо, пока.